Що ти вичитав у нашій буквиці? У нашій буквиці? Так. А чому буквиці? Що? А чому буквиці? Ну, буквиці, тому що буквиця та, в якій проявлені боги. В принципі, в древні часи вона звалася буквицею часто. Хоча сама її власна назва – це Аум-Ар-Асія. Ну, ти ж розумієш, по чому названня Аум-Ар-Асія? Від перших трьох букв. Да. Філософське значення, розумієш, Аум-Ар-Ас? Начало прояснення істини. Начало істини прояснення. Іменно так. А, допустим, які є схожі приклади в інших алфавітах? Тобто? Ну, ти, допустим, знаєш, що футарк називається теж по названню перших знаків, азбука, алфавіт, абетка, то есть... Некоторые реформаторы нашего алфавита даже предлагали назвать алфавит абецедло. Хотя оно звучит как какое-то вообще быдло или что-то такое. Так что такие примеры, когда буквица, вернее, та или иная система письма называется по первым знакам, они очень распространены. Що ти вичитав інтересного в буквиці? Та багато чого цікавого. Все цікаво. Ну а от, якщо йти від початку, то що найцікавіше ти для себе знайшов? Я не знаю. Все цікаво. Може йти прямо по... Або, допустим, можна пойти не по інтересності, а по непонятності. Все штуки, которые ты хочешь, чтобы я разъяснил по ходу текста, тогда ну, можно вытащить, я их буду разбирать на запчасти. Ну, він тільки для нас така побудова. В смысле, для нас ты для кого имеешь в виду? Ну, там, не знаю, для... Аревичів, для Дравідів, для Білобожичів. А що іменно? Ну така, що побудова, що от початок, далі істина, далі прояснення. А, ти маєш в виду сам філософський строй Аум-Ар-Асії? Ну, так. Саагас ти його дав як хранителем, первостепенним носителем і розпорядителем славянам і непосредственно рахманської традиції путь Саагаста, но... Саагаст эту письменность заповедал всем, в принципе, людям на земле. И мы можем по аналогии видеть, что та письменность, на основании которой была сделана Аум-Ар-Асия, она была и у нас каменная могила, трипольская культура, мизинская культура. И в этой Франции, помнишь, я тебе давал текст, что там нашли таблички? Помню. И в Перу, и то есть в других местах, то есть также ее некие рудиментарные знаки находятся в египетских иероглифах, на шумерских клинописных табличках, тертеревенчанские предметы. То есть это древняя-древняя письменность, которой пользовались в первую очередь аревичи, но аревичи давали право ею пользоваться и остальным в принципе. Ну, добре, ми можемо просто по знакам піти відразу. Ну, там. Аум, ар, ас, боги. Ну, давай, то, що непонятно, виковірювай, будемо грести. Ясно, вести. Я не можу все-таки зрозуміти, які це знання, як вони, не знаю, можливо, якими там каналами. Ну, це ж не ті, які чудіно бачать в столах і так далі, це ж не вести. А як же ж тоді пояснити? Нет, смотри, Чудинов видит подсознание. Чудинов очень много читает. Я Чудинова уважаю за его начитанность. В его книгах можно в конце видеть список литературы, которой он пользовался, и видно, что да, он находит старинных всяких авторов. Причем Чудинов часто находит тех авторов, о которых я даже и не слышал. Основные, хотя там, допустим, тот же Потоцкий, там... тот же Андреас Готлиб Манш,
если касается рун ретро, то это очень известные авторы, и их, как бы, я считаю, должен знать каждый, кто касается вопроса славянской письменности. Но Чудинов находит разных еще таких авторов, которые, ну да, понимаешь, в чем вопрос, что он начал это от скуки. Он сам рассказывал, что он изначально разгадывал кроссворды, и постепенно он перешел на то, а можно ли читать по методу Гриневича, и постепенно он создал свой метод на базе метода Гриневича, и он стал читать уже не только там, где написано, а там, где и не написано, и стал читать все, что попадет под глаз, так сказать. Но он читает только то, что уже загружено в его сознание. Если бы он читал вот как оно есть, то он мог бы в первый год прочитать какую-то надпись и все годы выходить в видеозаписях своих и говорить. Вот я не могу понять, как это так, я с этим не согласен, все не согласны, а вот это написано, и мог бы строить предположение, что это, наверное, в мифах так было, это, наверное, там как-то предки ошиблись, или это еще как-то так. А то получается, вот он для себя хоть чуть-чуть допустил теоретическую идею и возможность, что, например, славяне могли писать в палеолите, славяне могли писать там в других временах, когда, так сказать, не только письменности, но и славян не было. И тут же он считает, что вот эти надписи якобы есть. Идет дальше, он сделал какое-то предположение. Он это сам рассказывает часто, что вот он только... Правда, он это не так конкретизирует, но если его лекции смотреть хронологически, то получается, вот он определенные концепции высказывает, высказывает, высказывает. Можно на основании его слов приблизительно оценить, что делается в его сознании. Вот он все это высказал, и постепенно он говорит, вот это подтверждено надписями, вот это подтверждено, а через время говорит, о, уже и это подтверждено. Есть это именно нематериальное знание. Вести это именно нематериальные знания, они не связаны ни с подсознанием, они не связаны с начитанностью. Вести это духовное знание, которое есть уже наше, и которое присуще каждой искре. В индусской мифологии это называется атман, то есть всепроникающее информационное поле такое, изначально присутствующее, которое, как и мы, не может быть ни уничтожено никаким путем, ни изменено ничего. В него может быть дописаны какие-то дополнительные данные, однако оно остается собой. Акаша-хроника? Ну, это уже чуть-чуть приземлено, то есть Акаша, оно соответствует понятию, которое наши ученые называли ноосфера, то есть сфера сознания. Некое поле сознания, которое присуще, допустим, планете, или присуще какой-то стране, или присуще Солнечной системе, или присуще там еще чему-то большему. Однако это материально, это как интернет, только природный интернет. А вести — это именно наши знания, именно знания Всевышнего, это духовное. Оно не возникает при создании материального мира, оно не разрушается с разрушением материального мира. Оно просто себе существует. Ну и, например, что есть весть? Вести? Как они приходят, или как выходить на канал вестей? Нету так этого канала. Так, а как тогда связываться и получать там вести и так дальше? И, ну вот смотри, как можно привести вести пример, что вот строители строят дома, но строят они это не в вакууме, не в пустоте, а строят всю атмосферу Земли, пронизывает воздух. И воздух так и остается себе воздухом. И построили дом, не построили, а когда построят, там создается уже какой-то свой, как бы, свои запахи в этом доме, или благовоние, или может что-то завонялось где-то. И это уже как вот ноосфера, условно говоря, той местности. Однако сам воздух планеты, он как бы остается. Но все равно это сравнение относительно, а по сути дела вести это, допустим, твое понимание тебя аз есть.
Но ты понимаешь, что ты существуешь? Я? Ну да. Ну я понимаю, что я не существую, но с другой стороны, что я не существую. Нет, что я существую, а что там мои покрытия и так далее. Да их на свалку, но ты существуешь, ты себя как бы осознаешь. Это является одной из частей вселенского знания. И в принципе, с помощью Всевышнего как сверхдуха или самостоятельно, мы можем эти вести брать и изучать, но для этого необходимо отрешиться от материального восприятия. Как только мы отрешаемся от материального восприятия, хоть чуть-чуть, мы сразу понимаем, что эти вести вокруг нас, и никто не запрещает, не надо никакой канал, бери, и даже брать не надо, то есть перемещать даже не надо, оно и так есть. Но как только возникают материальные какие-то восприятия и попытка по этим вестям, допустим, написать те же самые повести или заповеди, заповести, такая штука тоже была. Заповестями, как правило, называлось то, что вот какие-то мудрецы в медитациях получили. Ну, как даже не получили, а взяли, осознали, и они это пытаются как-то уже словами передать остальным. Это называлось заповеди. Ну, там, что такое заповеди, ты и так знаешь. То, что на ведах основано, на знаниях. Ну, где-то такие справы. Тобто, потребно... Отрешиться от материального восприятия. Ну, да. Это, значит, и отрешиться от вед, чтобы... Вести. В конце концов, да. Но вопрос в том, что веды, они сами-то подводят к вестям. И если хорошо разобраться и правильно осознавать веды, то в конце концов окажется, что это не веды, а вести. И они становятся ведами только в нашем материалистическом восприятии. Как нейроны? Рады. Это хорошо. Идем дальше? Идем дальше. Хорошо. Чем глаголи отличаются от рачи? Просто, что глаголи, то есть здесь можно разглагольствовать как угодно. А рачи — это необходимо произносить божественную волю. Ну а почему вот образ глаголи «провозглашай веды истины»? Ну да, сначала «провозглашай веды истины», потом постепенно человек теряет понятие о том, что такое истина, по чуть-чуть теряет веды, и остаются пустые глагольствования вон того же Шемшука, у которого там рептилоиды с анунаками сношаются. Такого не было в истории? Они же контактируют. Да? Я не свидетель, по крайней мере, их этим. Но глаголи добра, ну, как бы в связке. Изначально да, но все равно здесь, допустим, добра, если просто объяснить, что вот мясо дорогое, и поэтому не стоит его покупать, это тоже, эти глаголы также приведут тебя к добру. Но не обязательно тут я буду рассказывать о Всевышнем. Ты просто постепенно как бы, не распространяя энергию страдания, активируешь свои энергии, которые помогут тебе лучше включить мозги и понять, о, так, а вообще добро — это же от Всевышнего, и тогда же, чтобы это добро понять, то надо до него и направиться, так же ж. А раньше это, ну, это только истина и ничего больше? Или как? Допустим, глашатай — это просто он что угодно мог кричать. Там «пожар, пожар!» мог кричать, бегать по городу, если пожар. А вот рциарь, то есть рекущая ревач, это тот, кто проповедует. Это проповедник непосредственно. Ну, потом проповедник не просто проповедник, а еще, поскольку в Европе завелась всякая зараза, то европейские проповедники совмещали функции проповедника и карателя, и ликвидатора всякой заразы. И не только физической, но еще и тонкоматериальной, какой только не хочешь.